Здравствуйте, уважаемые подписчики. Мы начинаем. Это «Философский субботник», 16-й выпуск нашего подкаста. После небольшого перерыва мы снова вместе. На календаре 8 июля. И музыка всегда имеет значение. Сегодня мы обсуждаем, ну, уже ушедшее немножко, но мы же ж никуда не спешим. Нам же важно разобраться, так сказать, глубоко про то, что забрендировалось как мятеж Пригожина. А так как музыка, я говорю, всегда имеет значение, те, кто слушает в записи, вначале играла уже ставшая народной песня «Еврейское казачество восстало». С нами на связи русский философ, методолог Тимофей Николаевич, Тимофей Сергейцев. Тимофей Николаевич, привет! Как, почему выбрал именно эту песню и как она связана с сегодняшней рефлексией? Привет! Ну, это станет сейчас понятно, как только мы начнем обсуждение. Вот. Ну, прежде всего, я предлагаю без звериной серьезности, да, обсуждать это все. Вот, не впадая в мораль, морализаторство или еще в какой-то раж. Вот, потому что действительно события требуют анализа. Вот, и оно повлияет на многое. Является ли оно историческим? Ну, это пока непонятно, потому что, чтобы событие было историческим, оно должно повлиять на судьбу страны. А у нас пока нет оснований утверждать это или отрицать. Но сейчас надо сделать то, что делают обычно по горячим следам. Значит, зафиксировать сам факт. Потому что, ну, большинство обсуждений, которые я видел и слышал за прошедшие 2 недели, или сколько там прошло, с 24 числа. Чуть поменьше, наверное, да. Нет, наверное, 2 все-таки. Значит, они все сразу построены на том, что, ну, такое, какое-то генеральное обобщение производится. Вот это означает то, или это означает это. Вот, а неплохо было бы сначала проделать... ну, обязательную работу просто по установлению факта. А что, собственно, было-то? Что произошло? Ну, тут, конечно, мы понимаем, что есть пробелы в фактических данных, но они не таковы, чтобы мы не могли сделать фактическое заключение. Вот я предлагаю с этого начать. Вот. И, то есть, что это было? Да, вот. И я... В качестве первого такого полагания я что хочу сказать. Это отмененное действие. Не просто незавершенное, которое не завершилось там в силу того, что обстоятельства изменились или деятель, значит, не смог его завершить. Он не просто не смог, он его отменил. Это действие отмененное. Да, когда, значит, действия начались, они были квалифицированы президентом России как вооруженный мятеж. И даже было, соответственно, возбуждено соответствующее уголовное дело, которое потом было закрыто. А мятежники перестали быть мятежниками в одночасье, потому что они, как говорится, развернули оглобли. О чем их руководитель и сообщил совершенно однозначно, что он разворачивается и все прекращает. И вот, понимаешь, поэтому теперь мы находимся в некотором двойственном положении, потому что попытка была, но сам же ее инициатор ее и отменил, своего действия, да? Вот что это такое? Потому что, ну, давай вот для сравнения просто приведем 2 мятежа, которые, ну, мятеж вообще, наверное, слово означает неудачное восстание, да. Мятежный, значит, охваченный неконтролируемым возмущением, тревогой, страстью, да.
Вот. Ну, вот такие восстания, которые закончились неудачей, и в этом смысле были мятежами, но они состоялись в качестве этих мятежей. Вот одно это ГКЧП. Там что-то дня три это все продолжалось. Вот. Второе это война президента России Ельцина и Верховного Совета. Осенью, в октябре, в начале октября 1993 года. Вот второе восстание. Оба закончились ничем. Ну, кстати, во втором восстании даже погибли люди, да. Что там при ГКЧП было, я не помню. Но, по-моему, вот прямо, непосредственно погибших не было. А может и были, я не знаю. Как-то вот оказывается, нет такой ясности. Вот, значит, причем оба этих события были же достаточно вялыми в смысле энтузиазма восставших. Ну, восстание Верховного Совета было более таким жизнеутверждающим, более наполненным энергией. И тем не менее, особой ясности, что делать, куда двигаться и даже к чему призывать. У защитников Белого дома, как их теперь принято называть, в общем-то, не было, но и кончилось это ничем. Кончилось это ничем. Естественно, поэтому. То же самое можно сказать про ГКЧП. Ну, там вот энергетика была совсем никакая. А вот здесь, что мы имеем? Очень любопытно. Так ведь никакой, даже и программы-то не было выдвинуто, вообще никакой. Ну, по сравнению там с ГКЧП или с 93-м годом, с Верховным Советом. Ну, концепция или лозунга политического. Потому что слово «справедливость», которое было использовано, это, ну, такая очевидная пиар-подача. И кроме слова там больше ничего не было. Значит, на острие некоторых требований смещение министра обороны, начальника генерального штаба, то есть перестановки в действующей административной вертикали, без каких-либо других особых пояснений и конкретизации. Ну так, а что тогда можно сказать о политическом содержании этого события? Внутрь его автор, получается, ничего и не закладывал. Вот. Другое дело, что в той обстановке, в которой все это произошло, и в тех обстоятельствах, которые ну, и не прекратились, это война идущая, и война, так сказать, идущая на износ, то есть вот можно сравнить с тем же афганской кампанией, которую вел Советский Союз, вопреки всем утверждениям идеологов западных, она, конечно, никакого перенапряжения особого для Советского Союза не составила. Ну, если вспомнить, что все потери там за 10 лет или что-то около того, 15 тысяч составляли, как вот такая цифра везде фигурирует. Ну, то сами понятно, что, ну, вел Советский Союз такую кампанию военную, он и другие вел. А то противостояние, в котором Россия участвует, оно является, так сказать, ну, по напряжению сопоставимым и с Первой мировой войной, и со Второй, просто еще эти события не достигли своего пика. Но вопрос идет о существовании России. И вот в этой ситуации, значит, частная армия, корпоративная армия, ну, а этого определения мы еще коснемся, если понадобится, если будет непонятно, что это значит. Но прежде всего это означает, что эта армия лояльна исключительно своему руководителю и своей корпорации, а не какой-то политической системе, стране или государству. Что она, кстати, в полной мере продемонстрировала. Вот, они этот поворот все в раз, как он на флоте называется, вот, или как рыбки плавают, когда, так сказать, большой-большой косяк рыб вдруг внезапно весь поворачивает
из одной стороны в другую. Вот они показали, кому они лояльны, что они лояльны исключительно своему вот руководителю. Ну и там и другие есть признаки, да, это корпоративности. Вот это корпоративные вооруженные силы, частные, не интегрированные никуда и ни во что. Вот они, значит, они в той обстановке экзистенциального напряжения, а может быть даже и перенапряжения и страны, и народа, они вдруг раз и объявили, что они сейчас атакуют столицу. Ну, как это можно было расценивать? То так это и расценили, как мятеж. И это действие в результате, может быть, даже этой оценки. Вот, и уж точно не без нее. Оно было просто отменено. Отменено. Ну, как вот в любой спецоперации, все равно, значит, туда закладывается всегда возможность до определенного момента, до точки невозврата, и операцию отменить, дать команду отмены. Что и произошло. Они это планировали, по всей видимости, как спецоперацию, но как-то по-другому можно планировать. И отменили. Ну, правда, произошли некоторые последствия, которые отменить нельзя. Это гибель военнослужащих и наших самолета Ил-22. Значит, почти последний воинский, экипажу которого отдавались, по-моему, вчера. Вот это вертолеты. Ну, вот этих людей, эту технику не вернешь. Ну и также, я думаю, что уже невозможно вернуть доверие, невозможно вернуть образ, который довольно интенсивно и быстро формировался. Ну, с одной стороны, за счет успешных действий компании частной военной на фронте, а с другой стороны, за счет того, что практически на фоне абсолютно стерильного в информационном отношении поведения Министерства обороны, практически, ну, абсолютно никакого, вот, частная военная компания имела обширную, интенсивную политическую рекламу, пользуясь при этом собственными средствами информации. Вот это, наверное, уже нельзя вернуть. Ну и вообще, ведь получилось, что теперь, глядя на все это, вот уже из этой ретроспективы, когда мы понимаем, что это отмененное действие, так а зачем это все было? Что это такое было по внутреннему содержанию? По внешней форме это с неизбежностью должно и было квалифицировано как мятеж. Поскольку во время войны, да и если бы и не было войны, может, тем более во время войны, поход на столицу, значит, ну, это за гранью добра и зла, что называется. Вот. В Москве был введен план крепости. Есть у наших городах такой план. Это означает, что город готовится к военному противостоянию, к атаке и без каких-либо, так сказать, скидок и послаблений. Делается все, чтобы перейти в состояние обороны. Вот этот план был введен в Москве, что означает, что была создана реальная угроза. А вот ради чего она была создана? Вот это очень интересно, потому что я не нашел никакого политического содержания за этим всем делом. Вот. И у меня складывается такое впечатление, что это вообще был классический шантаж. Вот. Ну а шантажист, вообще-то говоря, конечно, находится в двойственном положении. Он, с одной стороны, должен быть, если он не блефует совсем, а блефовать в данном случае было, ну, и опасно, и бесполезно. Поэтому шантажист, вот если он не блефует, то он должен
будь готов все-таки привести свою угрозу в исполнение. Но с другой стороны, весь смысл шантажа в том, чтобы этого не делать. В том, чтобы добиться своих целей, не приводя в действие механизм фатальной угрозы. Ну вот, уперся этот шантаж в зеркало, вот, потому что первое, что было сделано, это была сделана квалификация, не предполагающая никаких переговоров. И, собственно говоря, президент-то их и не вел. Вот, я считаю ошибочным утверждать, что их вел как посредник Лукашенко. Вот. Ну, он занимался разговорами с инициатором этого шантажа, с Евгением Пригожиным. Он его, наверное, в чем-то убеждал, что-то ему объяснял. Вот. Но из того, что делалось, из того, что было зафиксировано, следовало, что если это действие зайдет слишком далеко, а насколько далеко это будет определять обороняющаяся сторона, дальше будет, соответственно, уже и ответ военного характера. И он будет, так, опять-таки, без каких-либо скидок. Ну вот я думаю, что вот это и остановило действие, потому что собственной политической цели и политического смысла у него не было, ну разве что, может быть, кроме такой вот отдаленной версии, что, ну, а может быть и будет Евгений Пригожин баллотироваться на президенты России, а может быть он и станет президентом России. Вот, а вдруг? Ну, чтобы было понятно, что это не мои глюки, значит, вот есть у нас такой персонаж, философ Дугин Александр. Значит, он это высказывал довольно развернуто на своем телеграм-канале еще в апреле месяце, как только конфликт, который пытался Пригожин навязать Министерство обороны, а оно все никак не хотело с ним вступать в конфликт. То есть становиться стороной этого конфликтного взаимодействия. Потому что конфликт, он предполагает враждебные действия обеих сторон. Вот. А это там, значит, как ты помнишь, началось с вопроса о генерале Лапине. Потом про снаряды пошла речь. Потом, в принципе, про то, что с точки зрения Пригожина министерство работает неправильно, не говоря уже о его руководителе. Вот. Дугин там, значит, высказал. И не он один, кстати. Делягин Михаил, депутат Государственной Думы, высказывал подобные соображения, что вот наш новый президент. Ну и легко догадаться, что то, что мы называем партией трансфера, неформально, то есть совокупность высокосостоятельных игроков в экономике, но желающих также контролировать и политическую сферу. Значит, ну, там часть из них мечтает о том, чтобы все-таки у нас президент поменялся. Вот. Ну, у них нет возможности высказывать это в какой-либо легитимной, тем более легальной форме, ну, а в поведении почему бы и нет? Почему бы и нет? Ну да, вот они тоже могли бы рассмотреть для себя такую возможность. Потому что, конечно, в качестве нового варианта оппозиции, нового по сравнению с либеральной оппозицией, ориентированной все-таки на иммиграцию страны во всех смыслах, вот, и с лидером типа Навального, ну, которая потеряла всякую актуальность и эффективность, и способность что-либо делать. Вот. Этот вариант так, оппозиционера, конечно, может показаться привлекательным. Ну, потому что вот он как бы потенциал имеет аккумулировать вокруг себя, значит, этих самых патриотов, а в особенности рассерженных патриотов. Тут тоже очень интересно
Значит, рассерженные патриоты у нас недавно появились, да? А вот в 2011 году значит, человек по фамилии Волошин, тогда еще довольно сильно влияющий на внутреннюю политику, хотя уже и не занимающий никаких постов, он вот придумал и продвигал такой бренд, как они его называли, «рассерженные горожане». Ну, в общем, вот должны быть такие рассерженные люди, которые, понимаешь ли, крепко стоят на своих ногах, которых в эмиграцию не отправишь. Да? Нет, они вот здесь, их домицилий здесь, центр жизненных интересов здесь. Вот, и их на кривой козе не объедешь. Да, вот такое вот политическое назначение могло бы сформироваться по отношению к руководителю этого шантажа, если бы шантаж действительно вырос бы в военное силовое противостояние. Вот, потому что в этом случае... В эту фигуру Евгения Пригожина начали бы просто играть другие силы. И они, может быть, даже этого и ожидали. Но я не вижу никаких признаков того, что сам Пригожин изначально осознанно, целенаправленно принял бы такую политическую роль на себя. Потому что, еще раз подчеркну, отмена действия произошла, как мне кажется, по очень простой причине, поскольку то действие, которое он хотел совершить, а именно шантаж, уперлось в препятствие, ну, несопоставимого, более жесткое и масштабное, чем весь тот ресурс, который он сконцентрировал на себе, вот, в большей части военно-технический, ну и идейный весь ресурс тоже. Вот, потому что, в общем, а что он хотел сделать-то? Ну так, по большому счету. Вот выяснилось, что ничего. Выяснилось, что все это можно в течение одних суток отменить. Вот. Ну а то, что к нему терапевта приставили, значит, и этот терапевт ему объяснил, что никто с тобой договариваться ни о чем не будет. Вот. Хотя, как я понимаю, в окружении президента имелись сторонники переговоров, сторонники того, что президент встал, как это принято выражаться в таких случаях, над схваткой. Вот. Ну, не стал он становиться над схваткой, даже рассматривать это не стал. Судя по скорости действия развернувшегося. Вот. В этом смысле занимать позицию Горбачевского типа. Вот у нас кто стоял над схваткой, так это Горбачев. Вот тот вообще над всем стоял. Значит, ответ президента был предельно односторонним, предельно определенным. Вот, в том, что, значит, вот мятежа он не допустит. Но есть возможность остановиться. Вот эту возможность и объясняли все, кто имел коммуникативную возможность. Президент, кстати, уже не имел, потому что... Это могло бы быть расценено как переговоры, любая коммуникация. Значит, поэтому пояснять пациенту за то, что надо успокоиться, надо вернуться в палату, вот, чтобы не надо было вызывать санитаров. Значит, вот это вот делали, соответственно, люди, у которых такая коммуникативная возможность была. Ну вот, собственно говоря, на мой взгляд, что произошло. И если и дальше нам и есть какой-то смысл оценивать, ну, во-первых, предысторию этого всего, а с другой стороны пытаться построить проекцию на будущее и попытаться дать какой-то прогноз, что будет дальше, ну, что будет дальше с частным бизнесом такого рода, да, насколько это вообще... осмысленно. Вот. Ну, потому что, в общем, я бы в целом все это охарактеризовал как некоторый эксцесс. То есть выход за пределы предполагавшегося назначения. Вот. Потому что, в принципе, все это можно было не делать. Это никакого
так сказать, нужды объективной не было. Вот. И не было никакой политической, а тем более исторической, например, или культурной позиции, которая делала бы такое действие неотвратимым для его исполнителя. Нет, это вот у него так раз и выплеск произошел. Вот. Строго в том профиле деятельности, в котором он существует, ну вот так он понимает бизнес. Вот. И его границы, да. Вот. Считая, что это вообще единственная форма осуществления деятельности, и, соответственно, в ней все возможно. В ней все возможно. Вот. И вот оказалось, что нет. И он вынужден был это действие отменить. Ну вот, собственно говоря, и все. В смысле квалификации факта. Вот. И я хочу тебя спросить здесь, а ты что думаешь? А что, собственно, было? Сейчас изложу. Я с тобой согласен, что это не мятеж. Поэтому, когда его наши медийщики и пропаганда забрендировали, ну, я понимаю цель, ну, то есть, что попытка, да, то есть, и система это квалифицировала как мятеж, но нет, если то, просто... Чтобы я был правильно понял. Это был мятеж, пока он не был отменен. Ну, вот, приведу простой пример. Вот начинается концерт. И срабатывает пожарная сигнализация. Ну так до момента ее срабатывания и отмены концерта, концерт был. Но потом он прекратился, потому что дальше началась эвакуация, а концерт прекратился. А зрители стали покидать зал. Так вот так же и здесь. В тот момент, когда, извини меня, в Москве вынуждены были ввести план обороны, то вне зависимости от того, что там кто говорил, а он еще и президент сказал, потому что это официальная квалификация. Понимаешь, поэтому тут ты ее же не преодолеешь. Это тебе не медийщики. Это у нас... Целью... мятежа же есть вопрос о власти. Ну, вот ты привел примеры ГКЧП, Верховный Совет, да, ну Ельцин, да. Мятеж – это не обязательно власть. Мятеж, стоял вопрос о власти. Это негативное понятие. Чего хотят мятежники? Они разного могут хотеть. Но они хотят уничтожить ту власть, которая над ними стоит. Выступив в военный поход на столицу в ходе войны, объективно он совершил действие, направленное против власти. Что ему и сказал носитель этой власти. Поэтому он от этого действия дальше отказался. Вот что произошло. Отменил его. Ну хорошо, сказал он, то я не буду. Тогда я не буду. Ну так вот и вся диалектика здесь. В тот момент, когда президент это объявил мятежом, это и был мятеж. А что тут удивительного? Ну, дальше мятежник подумал несколько часов и отказался продолжать то, что он начал делать. Не дойдя до точки невозврата. Как в своем собственном, в своей собственной логике. Вот, когда еще можно было остановиться, повернуть назад. Так и в логике противостоящей ему стороны. Это не медийщики квалифицировали как мятеж. Это квалифицировали, это государство России квалифицировало в лице президента как мятеж. И государство Москва. Оно же тоже государство. Вот. В тот момент, когда ввел план обороны. Ну, и поднял по тревоге всех, кого положено поднять. А вот смотри теперь, все какая есть история про право на мятеж. Вот я знаю только единственную политическую систему, где элитарии, вот прям высшие, да, представители, ну, как бы, да, те, кто участвовали в политике, да, они имели право на мятеж. Сейчас, подожди секундочку, Семен, еще один момент. У нас это, если я мне память не изменяет, это квалификация из Уголовного кодекса. Понимаешь? Если Понимаю. Ты откроешь Уголовный кодекс, ты с удивлением обнаружишь, что там почти все статьи, ну, не имеют как бы специальных определений, что это такое. Ну, например, убийство, да? Некоторые статьи определяют преступление, а некоторые нет, потому что оно и так понятно, что это такое. В логике уголовного права. Поэтому это правовая фиксация, которую имеет право сделать государство.
Ну и в нашей правовой системе никакого права на мятеж нет нигде. У нас так, считается уголовным представлением. Так, Тимофей... Так же, как и право на убийство. Ты к неправовому явлению применяешь правовые рамки. Ну как это? Нет, что значит к неправовому явлению? Ну а что такое? ЧВК не существует. Нет такой правовой формы. Евгений Пригожин не является... Ну вот и то. Ну как, мы же понимаем, что это явление возникло в результате, вот когда какое обсуждали мы да части про власть. Семен, подожди, не перескакивай. Ну. Это, скорее всего, так и есть. Но это не означает, что люди с оружием могут идти на столицу. Понимаешь? Вот. Не это... что они... имеют или не имеют адекватную или неадекватную правовую форму, обозначающую их деятельность, никак не дает им никакого права совершать преступление, предусмотренное Уголовным кодексом. Понимаешь, в чем дело? Это не важно, чего они из себя представляли в правовом смысле. Что-то или ничего. Уголовный кодекс устроен абсолютно в этом смысле безальтернативно. Что нельзя, то нельзя. Так не может быть, что какое-то преступление при определенных обстоятельствах перестает быть преступлением. Конечно. Там есть такая статья. Ну вот поэтому. И мы имеем не медийный факт, а юридический. Квалификации начавшегося действия как преступление. Поэтому разгоняют медийщики, не разгоняют. Это было сделано. Вот. И в тот момент. И пока эта квалификация действовала, так и было. Но дальше оказалось, что этот человек, когда ему сказали, что ты совершаешь преступление, он не продолжил свое действие. Тем самым, может быть, доказав, что у него есть какое-то политическое содержание, намерение или цель. Он его немедленно остановил. Как только понял, что его будут квалифицировать как преступника и работать с ним как с преступником, и никто никаких переговоров с ним ни о чем вести не будет. Одна эта квалификация его и остановила. Ну, вместе со всем, что ее сопровождает. Ну, ему потребовалось некоторое время на то, чтобы это осознать. Ему помогли с этим. Ну, в принципе, всегда полезно, так сказать, если есть, ну, тот, кто поясняет. Своего рода тьютор или куратор. А это не посредник. Вот что который... произошло. Который вот объяснил, как только ему сказали, что это преступление, он остановился. Вот вся, так сказать, ну, последовательность. Ну, надо про еще святую поставить, Тимофей. Да, это преступление, но если ты остановишься, ты будешь, как и раньше, выше права. Потому что ты внутри системы власти. Семен, откуда ты это все берешь? Ну, я тебе скажу, откуда. Ну, потому что уголовные дела остановлены. Ты это от себя говоришь. Ему никто такого не говорил, что он будет выше права, или ниже права, или сбоку от права. Выяснилась простая вещь. И, честно говоря, меня вот это вообще мало заботит, где он там по отношению к праву. Потому что выяснилось, мы же квалификацию мятежа исследуем, что у него политического содержания, намерений политических, а тем более целей исторического характера у него нету. Потому что если бы они у него были, то он бы не остановился. А он остановился. Так я с этим не спорю. Это никакой не мятеж. Это стрелка, которому сказали. То есть, если ты будешь культуру... Нет, такую, мой дорогой друг. Это, в политику. Это никакая не стрелка. Будет мятеж. Это никакая не стрелка. Вот. Потому что, ну, нет, может быть, в сознании его инициатора это и стрелка. Он ее так понимал. Проецируя свое криминальное мышление на всех других участников ситуации, и в том числе на президента Российской Федерации и на других функционеров.
И не только криминальное мышление, Тимофей. Ну, стрелка, а еще, стрелка, еще и сложившуюся ситуацию вне правовую. Семен, тогда ты мне объясни. Стрелка – это понятие, которым ты пользуешься или которым он пользуется? Это... Если это ты им пользуешься, то я боюсь, что тогда ты немногого добьешься в анализе, потому что это жаргон. И это понятие действительно из сферы криминального мышления. Да, конечно. И еще из 90-х. Какая разница, откуда, да? То есть оно может быть и сейчас существует. Среди тех, кто продолжает жить. Ну, тогда они еще это и делали демонстративно, публично, не стесняясь окружающих. Поэтому в этом понятии, может быть, и, наверное, рассуждал, так сказать, Пригожин. Но в этом понятии точно не рассуждал президент Российской Федерации. И правительство Москвы тоже в этом понятии не рассуждал. Оно ни на какую стрелку не собиралось являться. Вот поэтому просто ты когда так вот это используешь для квалификации, так ты просто, установи, с какой позиции-то это делается, кто это говорит. Если это говорит Пригожин, то да, конечно, он забил стрелку и пришел шантажировать. И думал, что с ним будут вести переговоры. А на стрелку никто не явился, потому что никто, те, кому он адресовал этот вызов, на стрелке не ходят, давно уже. А может быть, и никогда не ходили. Некоторые из них, по крайней мере. Вот. И они это квалифицировали из своей системы координат, как вооруженный мятеж. И сделали это грамотно, в соответствии с Уголовным кодексом. И в соответствии с той мерой общественной опасности, которую это деяние имеет. В этой части я вообще... Картина совпадает. Меня интересует, почему он себя так повел, да, то есть, вот как работает это перехождение грани, и прием. Слышно меня сейчас? Да, прием. Сейчас слышу, пропал на секунду. Да. И перенос как раз нравственных норм. Из одной сферы деятельности, их легализация. Я с ужасом смотрел, как 3 месяца вообще приличные люди поддерживали эти истерики откровенные. Я это квалифицировал как хуцпу и до сих пор квалифицирую. Я считаю, это одним из приемов того самого еврейского казачества. Просто кто в Киеве, в Одессе, в Днепропетровске не жил, не работал, тот как бы неустойчив тот таким не в курсе, да. Манерам. Вот. В это я Давай разберемся с этим, да. Давай попробуем с этим разобраться. Понимая уже, что тогда это один из, элементов этой ситуации, конкретно сфокусированный на поведении этого персонажа, да, на этого человека. Вот. Потому что это норму меняло, да. Потому что он-то вызвал резонанс в целом наборе общественных систем. Часть из которых он, может быть, даже и не принадлежит сам. Понимаешь? Обрадовался-то весь мир цивилизованный всему этому. Но радость, правда, была недолгой. Да? Потому что они своих вороных коней развернули. Давай разберемся. Плавает в сети там фотография Сергея Миронова с кувалдой, да? Счастливый. Вот. Лидер партии «Справедливая Россия». Да? Она, яркая фотка, да. На рукоятке там, автограф создателя кувалды, да, и, посвящение тому, кому он ее подарил. И счастью, Сергея Миронова, нет предела на этой фотографии. Что это такое? Понятно, что это... Это непонимание и, отсутствие чувства необходимого. В том числе, политического чувства, не только нравственного или эстетического, да, но и политического, что это за гранью находится допустимого. Вот. Потому что кувалда же была введена в оборот как средство расправы, да?
произвола и насилия, осуществляемого, в общем, как бы не тем, кому принадлежит или должно принадлежать право на насилие. Оно ж только государству может принадлежать. Ну, там сложнее была заверчена ситуация, если культурно его разбирать. Ну, по крайней это мере, про казнь предателя. Это точно было. А Кувалда, знаешь, в каком количестве кабинетов там стоит пока что? Ну, вот это да. Это мне напоминает, как кто-то еще ордена себе какие-то вешает, там, форму, не служа в армии. Ну и вообще, к чему это? Ну, иди на фронт. Ну, в этом смысле. Ну, потому что понравилось. Понравилось. Это вот, значит, такая вот вещь. Ну, кстати, тоже же интересно. А в чем общий знаменатель ну, политической рекламы-то состоял? Ну как, все частное лучше всего государственного. Вот и в военной сфере то же самое. Вот смотрите, частная военная компания, она же лучше воюет, чем армия в целом. Вот, ну, в принципе, вот это содержание там было. Так оно чем отличается от политической рекламы 90-х? Ну так давайте армию приватизируем тоже, да? Давайте ее приватизируем. А тебе не кажется странным, что вот люди, которые по другим поводам очень не любят олигархию, в этом вопросе вдруг полюбили ну, олигарха Пригожина, который, кстати, профилю олигарха соответствует более всего. Я не знаю, ты видел интервью, коротенькое интервью по этому поводу дал Сурков, вот, находящийся в отставке, да? Ну, по поводу запрета ЧВК, вот это вот короткое, По поводу случившегося. Ну, да, читал. Ну, там короткое, там комментарий, надо скорее сказать. Ну, да, но зато он очень жесткий комментарий, очень определенный. Но там он описывает как-то признаки олигарха, да? И показывает, что всем того олигарха из 90-х, калибра Ходорковский, так сказать, в вершине своей славы и влияния, значит, Березовский, Гусинский, вот этого калибра. Вот. И почему-то оказалось, что значит, вот олигарх, который не нефтяной компанией владеет, а военный, он, оказывается, вообще может даже олигархом быть в том самом старом смысле. Он не то что вреден, наоборот, он страшно полезен. Вот это точно было в этой компании. Вот это точно было. Вот. А вот как лично сам деятель эволюционировал, это любопытно. Но то, что я знаю по рассказам некоторых военных, как в отставке находящихся, так и действующих, сама-то структура военная, она была создана, конечно же, не Пригожиным никаким. Она была создана для решения целого ряда специальных задач, которые не могут решать регулярные вооруженные силы. Вот. Ну, за рубежами нашей Родины. И первоначально именно это было главной задачей этого формирования. Ну и после ряда эволюций туда пришел Пригожин, который заходил отнюдь не со стороны воинского искусства и не со стороны, так сказать, военного дела, а со стороны финансирования этой деятельности. Раз. И со стороны придания ей лица. Это два. Вот. Ну, значит... Что такое частная военная компания, мы действительно не знаем. Но обращаю свое внимание, до тех пор, пока все это работало за рубежом нашей Родины, и к правовому полю Российской Федерации не имело никакого отношения, то и бог бы и с ним. Это проблема тех государств и тех правовых систем, которые это затрагивают. Ну, ты же понимаешь, например, есть такие... вполне себе легальные конструкции, деятельность которых принципиально нелегальна. Ну, например, любая разведка любого государства занимается тем, что она нарушает законы. А.
всех остальных государств. И она, собственно, для этого и создана. Да? И Б, она, в общем, обладает индульгенцией и неприкосновенностью по целому ряду вопросов внутреннего законодательства. Она действует также, ну, скрывая свои операции внутри страны. Ну, в смысле, что операция-то у нее вовне, но та часть деятельности, их обеспечения, которая внутри страны проходит, она в принципе не видна правоохранительной системе. Не может быть видна. Закрыта от нее. А следовательно, находится вне правового поля. Ну, так вот, к этой же родовой системе относилась и конструкция военная, которая получила название ЧВК Вагнер. Поэтому, когда его называют основателем этого ресурса, то это неправильно, потому что он его не основывал. Да и он и не мог бы. У него нет до этого ни компетенции, ни истории, ничего. Но он в какой-то момент стал финансирующей инфраструктурой для этого инструмента, и он стал его лицом, потому что это потребовалось. Это потребовалось. А вот действительно некое, ну, экстраординарное событие заключалось в том, что его привлекли к работе и к деятельности внутри страны. Ну, то есть на границе. Граница, она вся двусторонняя, да. Да, с одной стороны там Украина, но с другой стороны Россия. К прямой работе на Россию. На интересы России. Не где-то там в Африке, да, не в Сирии где-то там, где он действует в интересах России, но работая на правительство там Асада, например, или на правительство какого-то африканского государства. Нет, а здесь он, оказывается, значит, начал работать на правительство России, на вооруженные силы России. А вот как так получилось, что при этом не был заключен никакой договор или контракт, вот это очень интересно. С правовой точки зрения. Ну, потому что с практической точки зрения, мне кажется, тут все понятно. Потому что привлекли для того, чтобы, ну, вот таким образом, экстраординарным образом, ну, укрепить деятельность армии, имеющую очевидные проблемы. Ну, то есть странно было бы их не признавать. Конечно же, они есть. Это раз. И второе. Ну, те, с кем он работал за рубежом, и новый контингент, который был уже привлечен к участию в специальной военной операции, это две большие разницы. Ну, потому что здесь был произведен ускоренный набор из этих самых учреждений Федеральной системы исполнения наказаний. Заключенных, попросту говоря, решили завербовать на эту работу. Ну, я так понимаю, что, наверное, процентов 80 этого контингента в результате и стали составлять лица из мест лишения свободы, направленные для решения этих всех дел. А состав этой компании Запрет, ну там в Африке или в Сирии, наверное, был другой. Там тоже, наверное, участвовали лица из мест лишения свободы. Может быть, я не знаю этого. Но картина была радикально другой, кадровая. И численность была меньше значительно. И вот возник такой абсолютно, ну, его, наверное, правильно будет квалифицировать как неуправляемый контингент-то. Потому что, ну да,
свою систему корпоративной лояльности, корпоративной преданности, этих людей они включили. Они преданы ЧВК Вагнер. А ЧВК Вагнер работает на Россию. Да? Следовательно, да, это как у Аристотеля. Большая посылка и маленькая. Следовательно, каждый участник этой самой военной кампании работает на Россию. Ну, до тех пор, пока ЧВК Вагнер на нее работает. А в тот момент, когда ЧВК развернулась с фронта и пошла маршем на Москву, сообщив, что она идет, значит, и не остановится, и будет применять всю имеющуюся у нее военную силу, ну, в этот момент ЧВК исполняла уже эту задачу, которую ей поставил ее руководитель. В этом смысле они все совершали одно и то же действие. Тут и остановились они, правда, все вместе. Вот так это устроено. А как вот мог такое придумать, значит, руководитель? Это очень интересный вопрос. Ну, боюсь, что он уже из области личной психологии. Общественно, тут только одно общественное основание есть, что, в принципе, видимо, у него создалась кем-то поддержанная иллюзия, что это возможно. Что вот так можно действовать. Не в том смысле, что это кем-то разрешено или какая-то мораль это разрешает, а что это сработает. Так потому что это работало. И это представление оказалось из месяца в месяц. Вот, в данном случае. Вот что можно сказать. Ну, то есть метод действий, он же, это же на протяжении полугода разворачивался, да? Ну и естественно, то есть когда... Не останавливался. Да, его никто не остановил, его никто не подкорректировал. Ну, хотя как не остановил? То есть, на самом деле, я более чем уверен, что ему неоднократно давали понять, что так делать не надо. Просто у нас не принято это делать публично. Ну, я более чем уверен, что ему не раз дали понять самым разным способом, что не надо так делать. Ну, я имею в виду, что все, о чем ты говоришь, что начиная там, значит, когда это? Чуть ли не с марта месяца, да? Это с ноября прошлого года. Ну, даже с ноября, там, смотря где поставить точку отсчета, да? Ну, кого что устроит, потому что кто что посчитает за предельно допустимый, так сказать, показатель наглости, да? Вот. Ему говорили, я уверен, что ему давали понять. Более того, по факту мы же что имеем? Что непосредственно перед мятежным выступлением на Москву, ну и заходом в Ростов и дальше на Москву, да? Значит, ему было предложено, компании Вагнер, было предложено заключить систему договоренности обязывающих с Министерством обороны. Которых, следовательно, не было. Вот что интересно. Не было, значит. О, да, вот это самое вообще удивительное. Их не было. Ну, если их надо заключить, значит, их не было. Как бы мы их ни называли, как бы мы их не там не структурировали. Ну, значит, раз их надо было заключить, значит, их не было. И он отказался это делать. Что, по всей видимости, послужило последним триггером для, значит, принятия вот этого решения о шантаже. Что вы без меня не обойдетесь. Раз, вы должны понимать, что я могу стать лидером очень эффективного оппозиционного движения. Два, вот, вы должны понимать, что я прав. Это три. Вот. И вы должны мне обеспечить все, что мне нужно для продолжения моей деятельности, так как я ее хочу продолжать, и с теми условиями, на которые я согласен. Это четыре.
Ну, вот он здесь перешел. Здесь он перешел границу. То есть, на самом деле, по отношению к нему достаточно бережно вело себя как руководство Министерства обороны, так и высшие политические власти. Может быть, зря, да, но это, знаешь, вот это как бы мы пока не можем оценить, на самом деле. А может быть, не зря, но бережно, но бережно. Бережно. Это ты очень бережно говоришь о том, что относились бережно. Да. Да, я это понимаю. Да, расцени да. Это как иронию. Конечно, я именно так и расцениваю. Меня, если честно, меня больше всего в этой истории беспокоит здравомыслие нашей, то, что называется, интеллигенции. Потому что, ты сам видел, да, какое это произвело, в общем-то, и эффект, и в очередной раз, и панику, и объяснить многие вещи, когда невозможно, политизированное меньшинство начинает вибрировать, а чем больше у нас будет таких вот примеров бережного отношения к тому, чего мы не понимаем, это будет нам наводить на, в общем-то, нездоровые ассоциации, а самое главное, еще и пропаганда врагов очень хорошо ложится на эту почву. А ты хотел бы чего? Чтобы его жестко и резко публично осадили в самом начале, или что? Конечно. Во-первых, я считаю, что... Не знаю, Семен. Вот я тебе честно... Нет, я по-другому хочу сказать. Что было? Тимофей, раньше хочу сказать. Я считаю, что к выбору публичного лица такой специфической структуры, как Вагнер, например, надо подходить настолько ответственно, скрупулезно, проектно, с точки зрения EPR, всего, да, комплексно. То есть это вот как, сериал Зеленского, который мы обсуждаем, как бы мы ни относились, да, посмотрите, как именно к персонажам, которых они выводят, как они работают. Я хочу тебе указать на одну вещь, что ты сейчас просто демонстрируешь, это же ведь определенная догма, что все, что можно, должно делаться искусственно, а следовательно, ответственно и тщательно. Понимаешь как? Извини меня, но есть еще естественный исторический процесс. Невозможно все делать одинаково тщательно, одинаково осмысленно, одинаково осознанно и так далее. Его никто для этого не выбирал. Его вообще, наверное, никто не выбирал. Он сам пришел, вообще-то. Он сам пришел, предложил свои услуги, их приняли. Там, для обслуживания этой ситуации в Африке и в Сирии. А здесь была уже другая ситуация совсем, которую никто не прогнозировал к тому моменту, когда его услуги были приняты. Я не в качестве адвоката выступаю. Я просто хочу тебе указать на то, что вот ты ругаешься на интеллигенцию, а ведь ты совершаешь ту же ошибку. Методологически то же самое. Ведь то, что мы можем и способны действовать, сделать осознанно, целенаправленно, в этом смысле ответственно, но, кстати, все равно не безошибочно, да? Ведь потому что из того, что мы что-то будем делать ответственно и тщательно, вовсе не означает, что мы избежим ошибки. Кстати, а в некоторых случаях наоборот. Я хочу, чтобы мы исправляли ошибки. Это я понимаю, но что значит исправить ошибки? Наверное, в результате деятельность частных военных компаний или как бы они там ни назывались, корпоративных армий, да, частных армий, как-то будет ограничено, направлено и урегулировано. А однажды, может быть, вообще ликвидировано. Я тебя уверяю, что в этом отношении сделано, наверное, будет все, что нужно. Ты же про другое говоришь сейчас. Вот возникла проблема, а ты ретроспективно задним числом говоришь, так надо было знать, что такая проблема могла возникнуть, и поэтому особенно тщательно к этому подойти.
Тимофей, они администраторы наши за стенкой, как бы, они все вручную регулируют. И, ну, ты сам прекрасно знаешь, ну, как можно, ну, блин, не может вся пропаганда молотить без, как минимум, негласной, то, что называется, поддержки. Ну, это ж не за частные деньги все делалось, как выяснилось. Семен, да я не понимаю, чего ты хочешь, потому что... Я не понимаю. Если ты хочешь повысить искусственность определенного действия, то помни, что у всего, у искусства есть свои границы. И ресурсы ограничены всегда, прежде всего. Все, что мы делаем сами, и все, что мы делаем осознанно, целенаправленно, это как лучик фонарика в кромешной тьме. Понимаешь, вот, а все остальное происходит само собой. Ну и более того, история же на том и строится, что вещи, ну или как если говорить на другом языке, системном, организованность и деятельность, да, ну скажем для простоты, вещи, созданные для одного, используются для другого. Они перефункционализируются. Ну так и здесь произошло то же самое. То, что создавалось для одной задачи и цели, для одной функции, начало в условиях, значит, кризисной ситуации использоваться для другого. Вот что было под руками, я не говорю, что это хорошо, но я точно так же не говорю, что это плохо, потому что это бессмысленно оценивать с этой точки зрения. Оно было и было использовано. И там оказался тот человек, который оказался. И на этой смене функции у этого человека поехала крыша. Он должен был, по большому счету, отдавать себе отчет в том, что теперь на нем лежит гораздо, так сказать, более высокая ответственность, и вообще другая роль на нем лежит. И он должен вести себя соразмерно этой роли. Кстати, тогда, может быть, он бы и попал в сферу политики, куда так хотел попасть. Потому что, по всей видимости, такой мотив у него был и, может быть, даже остается. Вот. А он не понял, что он поменял свое качество. Это очень часто с людьми такое происходит. Ну, в таких процессах имеется в виду, не в бытовой жизни. Его качество изменилось, а он все еще рассуждает о себе самом, ну, так, как оно там 20 лет назад было. И игрушки у него те же самые, в которые он хочет играть. Из детства еще, понимаешь? А его пригласили к взрослым людям. Взрослые вопросы решать. Это если говорить про персональный фактор. Вот. А претензии к пропаганде, я, честно говоря, не очень понимаю. У нас вообще нет никакой пропаганды. И нету. Ну, нет пропаганды, да. Есть какой-то медиасигнал, ну, какие-то там медиасигналы называемые. Ну, вот ты любишь это различать, государство и общество, правильно, в принципе. У нас вся полемика имеет общественный характер. Вот кто сподобился, значит, говорить, тот и говорит. В основном это происходит в телевидении, вот, потому что при всем там значение телеграм-каналов пока что еще никто авторитет телевидения не перебил. Это и у нас так, и в Америке так. Вот это с удивлением обнаруживали разные люди из американских, так сказать, предвыборных кампаний, я имею в виду кандидаты, вполне противоположные. Тут там тоже Гор, например, который проиграл Бушу в свое время, младшему. А с удивлением обнаружили, что интернет, да, все читают, все смотрят, но авторитета он не имеет. Авторитет имеет только вот такая централизованная система информации. А что у нас есть там, значит, на телевидении? Ну, у нас есть рейтинговые ток-шоу, которые созданы были для того, чтобы продавать рекламу и продавать рейтинг. То есть также созданы были по тому же принципу, что и «Поле чудес». Ну, то есть любая другая программа развлекательная. А в тот момент, когда у нас начались интенсивные политические процессы, оказалось, это так же, как с ЧВК «Вагнер», что никаких других инструментов коммуникативных, кроме вот этих предприятий, это же тоже предприятие. Ну, каждая телевизионная программа – это же предприятие. Так она создавалась. Ради рейтинга.
по отношению к которому с нее, так сказать, получались доходы от рекламы. Все телевизионные шоу устроены так. У нас нет пропагандистских шоу. Ну, там двойная доходность. Ну, да. Да нет, они все, но они все по происхождению коммерческие. Они и сейчас остаются коммерческими. Конечно. Ну, в первую очередь, это еще и господряд. Ну, а у того чувака Вагнера не было господряда. Так я и говорю, то есть там и у чувака Вагнер точно так же. Я согласен. Только, так у нас только, даже это не госпропаганда. Подрядчик не может сказать, что он хочет, понимаешь? И не говорит, кстати. Не говорит. Это очень смешно. Все санкции, введенные против наших журналистов, как против государственных пропагандистов, каковыми они не являются на самом деле. Потому что они просто общественные деятели. И высказывают свою точку зрения. Единственное, что делает по отношению к этому, ну, там, ведомство, весьма условно отвечающее за информационную политику, это оно самые-самые общие ограничения и запреты вводит. Вот такие, знаешь, настолько широкие, что, в принципе, они ничему не мешают. А так вообще все остальные, все основные у нас медийные лидеры, вот в этой централизованной, авторитетной среде, они все являются, ну, по существу, предпринимателями. По типу деятельности. Да. У нас это пропаганда. У нас пропаганды просто нет. Так у нас и войны ведь пока нет. Вот же что интересно. И меня ужаснуло-то что? Как можно взломать эту систему? Ну, то есть в этом смысле хуцпой, технологиями. Ну, то есть достаточно, которая выстроена, в общем-то, на, во многом на запретах, да, и административном, как они считают, регулирование, оно бац и не работает. Семен, вот. Смотри, то, что выстроено на запретах, это ведь либеральное построение. Потому что запрет – это тоже нельзя, все остальное можно. А альтернативой этому является система, выстроенная на разрешение, когда можно только то, что прямо разрешено. Я убежден, что в таком варианте мы бы вообще ничего не могли делать. Ну, поэтому, а выбор, он один только есть. Или запретительный механизм, или разрешительный. Вот поэтому... Мне кажется, в общественных процессах надо подавать пример, а не только. Ну, так у нас, нет, так у нас вся информационная работа ведется за счет общественных ресурсов. Да, им предоставлены некоторые государственные возможности и ресурсы, но источник – это общественность. У нас вот эта система, которая была в Советском Союзе, когда ТАСС уполномочен заявить, да? Ее нет. У нас никто ничего не уполномочен заявить. Включая, кстати, и Дмитрия Пескова. Он тоже ничего не уполномочен заявлять. Даже сказал об этом президент один раз. Точно. Что он его ни в чем не уполномочивал. Что-то он от себя говорит. Свое мнение. У нас в этом смысле государство безмолвствует. У него нету. Он вообще не говорит. Ну, кроме самых, так сказать, необходимых вещей, которые озвучивает президент. Это происходит редко, но зато, так сказать, зато достаточно метко и фундаментально. Это вне зависимости от того, нравится кому-то то, что он сказал, или нет. Но в ситуации, когда никто ничего особо не уполномочен заявить, тот, кто владеет хуцпой и громче орет, тот и будет тем человеком, который уполномочен заявить, что и сделал Пригожин. Нет, он не уполномочен. Это сразу стало видно, что он ни в чем не уполномочен. Это, кстати, понимаешь, ты тоже как бы, ты не впадай в эффект того, что происходит там в первые дни, да. Пыль осядет, вот, ложечки найдутся, а осадок останется.
Ничего он не уполномочен. Это все уже и видят, что он ни на что и никем не уполномочен. Что он даже в этом смысле и партии трансфера ни на что не уполномочен. Его личность вообще не интересует. Имеется в виду, он воспользовался эффектом, что когда все неуполномочены, что тот, кто громче орет и владеет хуцпой, создается впечатление, нет, что нет, он уполномочен. Нет, он воспользовался другим. До тех пор, пока он орал, в общем-то, орал, и занимался хуцпой, как ты вот ее метко назвал, да, этот тип беседы, да? Вот, значит, все происходило совсем другим путем. По поводу него был сделан вывод, и начали планомерно закручивать гайки. Вот и все. Вот к чему привела его хуцпа. Больше ни к чему, потому что, ну, круги по воде, которые расходятся там в телеграм-каналах, тем более еще и которые он сам и контролирует, да, и сам оплачивает. Вот, они его особого резонанса не имели. В том числе, кстати, и по отношению к той обществе, тем общественным авторитетам, которые у нас сформированы, ну, большие они или маленькие, это другой вопрос, но они есть, и именно они функционируют в системе общественной централизованной коммуникации в виде экспертов, ведущих основных ток-шоу. Вот. Я бы не сказал, что хуцпа Пригожина особо там что-то поменяла. Это все в основном разворачивалось в телеграм-каналах, в социальных сетях, может быть. Вот. И этому, в общем, цена-то в базарный день невелика. Вот. А вот когда он совершил действие, извини меня, это уже не хуцпа. Это не хуцпа. Когда он развернул колонны, направил их в Ростов и на Москву, когда он сбил, так сказать, несколько наших воздушных судов, вертолеты, самолет. Это уже не хуцпа, это действие, это не коммуникация, это действие. И оно, да, всеми было замечено, оно повлияло, оно произвело впечатление на всех. Ну, вот так, если бы он просто ограничился скандалами, которые он до этого устраивал, то, в общем, как бы... Так бы все так по-тихому и сошло на нет. Ну, там как-то их перенаправили бы работать в другое место. Так это действие было возможно, и оно было обеспечено только полугодичным хуцпанством. Думаю, то что есть, вот если это, бы его не было, вот здесь ты ошибаешься. Был бы вот иначе это, мятеж. Это ошибка генеральский. Который... Да нет, Семен, это ошибка, которую, ну как тебе сказать, я бы выделил как... Не просто ошибку по отношению к данному случаю, а типичную ошибку. Поэтому ее надо как бы анализировать, исправлять, рефлектировать. Из того, что полгода шел скандал, не следует, что из-за скандала стало возможно действие. Оно было после этого, но не благодаря этому. Вот тут мы в корне расходимся. А я считаю, что как раз произошло самооблучение хуцпой. И это то, что погубило украинские элиты, и ты сам это видел. Как происходит вот это вот самооблучение хуцпой. Это специфическая культура, я говорю, она еще просто накладывается на 90-е, потому что они все оттуда происходят. И вот этот вот отлет от реальности, ощущение себя вообще никем, это вот он результат. То есть это к трагедии может произойти. Ну, понимаешь, Семен, ну ты как бы ты ставишь телегу впереди лошади. Ну элемент такой есть. Понятно, что поскольку он витийствовал, так сказать, полгода или там больше, там как считать. И типа за это ему ничего не было. Хотя а на самом деле было. То есть у него ума не хватило понять, что у него уже наступило ограничение его возможностей. Благодаря этому скандалу. Но он этого не понял. Неужели ты думаешь, неужели ты такой наивный, и думаешь, что если бы, значит, в скандале с ним приняла бы участие еще и авторизованная государственная оппозиция какая-то, то это бы как-то на него повлияло? Да нет, конечно. В историческом процессе каждый предоставлен сам себе, каждый свободен совершить все те подвиги и все те глупости, которые он хочет. И, ну, из того, что
человек дурак, это же не означает, что надо этому факту подчинять общественную жизнь. Потому что любое участие дополнительное в этом скандале только увеличило бы сам скандал, и все. И его негативные проявления, которые у него, безусловно, есть у этого скандала. Но они не в том заключаются, что он совершил свое действие. И так же, как, понимаешь, вот странно, неужели ты думаешь, что украинский процесс – это следствие, как ты сказал, самообучения этим самым, значит, наглым и скандальным поведением. С украинцами все понятно уже сейчас. Сегодня с ними все понятно. И не только с, так сказать, с элитой, но и с массой, с населением. А как тебе, может быть, все понятно? Ну, а что тут непонятного-то? Вот. Ну, мы, У них демократия, у них те лидеры, которых они выбрали. И они это делали неоднократно, многократно, подтверждая свой выбор. Поэтому у них то правительство, которое они хотят. Тимофей Николаевич, зачем ты это? В принципе, как и говорил в свое время, если мне память не изменяет, Гегель, насчет того, что, вот, а до него еще это говорил другой человек, что, в принципе, по-моему, Жозеф де Местер, что вообще, в принципе, народ имеет то правительство, которое ему, ну, которое ему адекватно, которого он заслужил. Вот. Это, кстати, было сказано против, это консервативная позиция, это было сказано против всякой идеи там, реформ, опережающих уровень представления населения. Вот. И понятно, чего они хотят, что, во что они поверили. Вот. Что они могут стать, то есть, второй там, Польшей. Вот, им это обещали, что вы будете как Польша. Вот, ну, и даже понятно, какое место здесь война занимает. Вот, потому что война — это то, что вас от Польши отличает. Одна же Польша уже есть, зачем еще вторая? Ну, вот вторая Польша, возможно, в том случае, если, значит, вы будете воевать. Потому что те поляки воевать не хотели. И не хотят. Вот. А если вы будете, то вы будете, может, даже лучше, чем Польша. Может, даже будете стоять в первой Польше, а та Польша станет второй. Уже только Польша, не надо пояснять, надеюсь, да, в данном случае, в контексте. Выгоды каковы. Потому что Польша была тем тараном, которым взламывали Варшавский договор. Ну, слава богу, что он и название даже такое носит, да, с ее столицей связано. И социалистический лагерь. Вот. Польское чудо, основанное, так сказать, на больших дотациях. Вот. Это особый субъект, который обслуживает интересы США внутри европейского пространства. Ну, в частности, внутри Европейского Союза. Но не только внутри него, а в принципе на европейском континенте. Вот, является специальным представителем интересов США. И за это получают дотации. Вот. И это уже в Украине знает каждый, потому что это шлях до Европейского Союза. Вот. Украина – это Европа, и Америка – знамя. Вот. Это знает каждый. Кстати, это никакое не сумасшествие. Это вполне себе здравый смысл. Ну, со всеми его пороками здравого смысла, потому что здравый смысл всегда опирается на определенные неоспариваемые утверждения, некоторые фундаментальные предположения. Вот. А в данном случае это предположение ровно в одно, в том, что, ну, те, кто им обещал эту судьбу, второй, а может быть даже первой Польши, вот, что они свои обещания выполнят. Под это дело и избирался, и Порошенко под это дело избирался, да и Ющенко тоже, и под это дело избирался, и Зеленский. И он и ходит, и требует исполнения этих обещаний. В принципе, как нормальный, так сказать, делегат, которого избрали, чтобы он вот пошел, добился этого выполнения. Ну, а что тут не так? Алло? Да, и вот смотри, если мы...
Да, да, ну, конечно. Я, мысль-то моя в чем заключается? Да, она немножко, так сказать, противоречит твоей концепции украинского безумия, но а я его и отрицаю в данном случае. Я считаю, что никакого безумия нет. И это высшая форма здравого смысла. Другое дело, что в исторических условиях и даже в политических рамках здравый смысл не обеспечивает адекватное действие самоопределения. Не обеспечивает. Но что делать? Надо, чтобы участвовать в политике, а тем более в истории, надо проблематизировать свои фундаментальные предположения. То есть границы здравого смысла. Двигать их. Вот. А если ты полагаешься на чье-то обещание, например, как на границу своего здравого смысла, ну мне же обещали, ну все, значит, все в порядке. Все в порядке. Вот мы будем, значит, вот так. Вот одна такая страна уже есть, а мы еще лучше будем, чем Польша. Нам еще больше денег дадут. За то, что мы будем защищать в Европе американские интересы. Кстати, по этой же схеме работает и Прибалтика вся. Ну, я имею в виду сейчас их как политическую систему. То есть единство верхушки общества и основной массы избирателей. Оно на этом строится. Да, мы этого хотим. Ну, Прибалтика, она такая миниатюрная, как бы, да. И Прибалтика, она больше ориентируется на Скандинавию, что мы вторая Скандинавия. Вот в этом политическом смысле. И мы лучше, чем мы. Лучше, чем, значит, вот эти основные скандинавы, чем Швеция, Дания, Норвегия. Мы лучше обслуживаем американские интересы. А Украина хочет обслуживать их лучше, чем Польша. И когда я в данном случае говорю Украина, я имею в виду вот эту, этот, значит, вполне реальный, непридуманный, значит, так сказать, общий характер убежденности и у верхушки, и у основного населения. Консенсус. Национальный консенсус. Он вот в этом заключается. Они в это верят. Что это возможно. А ради этого, да, ну да, действительно. Польша же раньше начала, поэтому ей не пришлось вот это самое доказывать особую полезность. Вот. А особая полезность Украины в том, что она будет воевать с Россией. И в этом ее конкурентное преимущество перед Польшей. Кстати говоря, между прочим, это обстоятельство во многом определяет сложность, ну, польских, так сказать, мечтаний. Потому что Польша-то может и хочет освоить Украину. Но вот Украина не собирается быть освоена Польшей в полной мере. Да, ей могут отдать западные провинции, но или не отдать, или, так сказать, манить, играть в это. Ну, как они во все играют, так и в это могут играть. Понятно, что они могут играть и доиграться, но это, так сказать, уже пределы метода и жанра. Вот. А они вообще-то хотят быть поважнее поляков. Они даже, может быть, претендуют на то, чтобы защищать американские интересы не только в Европе. Ну, это уже как бы дело политического руководства Украины. А население, оно верит в то, что в целом они двигаются правильным путем. У Польши получилось, получится и в Украине. Вот. Но в этом их главный изъян, он в том, что есть нерефлектируемое и не подвергаемое сомнению фундаментальное допущение. Что те, кто это обещал, будут выполнять обещания. Но тут тоже же интересно. Польша обещали и выполнили же. Почему по отношению к Украине должны не выполнить? Так тут так сложно возражать-то сходу. Ну, а тем более, что те, кто хотят в это верить, так они тем более не ищут аргументов против. А должны были бы, потому что иначе политикой заниматься невозможно. А тем более найти свое место в истории, выжить. Но это не сумасшествие, понимаешь? Это другое явление.
Кстати, вот если проводить аналогии, то он вот у Пригожина похожая была ситуация. То есть вот он тоже поверил, что его умения особые станут, заменят, он станет как, ну вот, Украина вторая Польша, а он станет вторая Минобороны. Ну, зачем? Он, да, как бы, свой... нет, а, нет, это аналогия абсолютно точно. Все правильно, да, так и есть. То есть не надо себя возомнить, что господа с тобой отчаиваются, какие-то обещания будут тебе выполнять. Ну, я, в принципе, да, я думаю, что вот эти выводы сделали то, что называется региональные элиты, да, что, а, понятно, как это работает. Поэтому все должно быть только либо институционально, либо сами разбирайтесь. Ну, это вот мой такой вывод. То есть это как бы тогда пусть сыновей своих, ну, как бы каких-то родных и близких надо выдвигать туда, и тогда рано или поздно, я сейчас и читаю просто освоение, ну, историю Соединенных Штатов в описании Айзека Азимова, и там, конечно, очень интересно конкурировали именно на новых территориях тоже частные компании. Я заинтересовался, как возникали вот именно тоже частные компании по типу не только военные, но и военно-гражданские. Наши, конечно, оппоненты имеют богатый опыт администрирования такого опыта. Так, Семен, ну, а подожди, про, а вспомни про две таких компании, одна английская, другая голландская, которые обе остынские. Да, да, так это поверхностно, я говорю, а я глубже погрузился и увидел, что там в каждом штате, там, Пенсильвании. А чем была славная революция в этом самом, ну, 17 века в Англии? Она была слиянием этих компаний. Поэтому в их культуре это вообще основной институт. Вот интересная конвергенция. Поэтому вот это у нас все такое постмодернистское. Мы видим вот этот результат западнизации с одной стороны. С другой стороны мы имеем вот эту вот культуру 90-х, которая, в общем-то, где-то стала нормой, но только не публичной. А с третьей стороны мы имеем вот лишних людей, вольных, то, что... Ну, то, что я называю неоказачеством, ну, просто это, конечно, обобщение, это сами люди, потому что мы все время крутимся вокруг Пригожина, но там все-таки это было бы невозможно без этих десятков тысяч человек. Я сейчас не беру, но тех, которые... Ну, эти тысячи человек, десятки тысяч, там порядка 50, да, почти. Значит, они... Это же спецконтингент. Ну, какое оно неоказачество? Это же не люди, которые сбежали из тюрьмы сами. Нет, Тимофей, ты переоцениваешь количество ЗК. Нет, оно... Костяк там другой. Ну, костяк там другой. Там другие люди мотивированы. Я частично даже наблюдаю. Нет, там я, и офицеры. Когда рыбучие. Я говорю про численность, то я более-менее про нее знаю. Значит, костяк там, наверное, другой. В том смысле, что офицеры и организаторы, естественно, не оттуда, не из мест лишения свободы. Они из предшествующей деятельности, ну, и, соответственно, из контрактной системы частной военной компании. Они прошли там до этого, ну, у них компетенция основана на их предыдущем опыте работы в этой же компании. Если они костяк, ну, они как всякий костяк, очевидное меньшинство. А мясо-то откуда взялось? Ну, вот ты все время нам предлагаешь о духе подумать, а в данном случае почему-то этот аспект вот всячески за скобки выставляешь. Да почему? Ну, вот... при чем здесь дух? Дух здесь ни при чем. Дух тут есть, один старый добрый дух. Наживо. Недооцениваешь. Нет. Нет. Удаль, ну, еще раз, лихость, еще раз, почему? Воля. Ну, давай, я тебе... Да подожди ты про волю, про лихость. Вот, романтик ты наш, дорогой. Да я не романтик. Значит, компания Вагнер, костяк ее, то есть то, что было в основании этой компании, откуда идет традиция, соответственно, создавался вообще никак, ну, он ни к Пригожину не имеет никакого отношения. Это спецслужбы наши создавали. И работали они вначале вообще по особым вопросам охраны границы на Кавказе. И потом у них был долгий путь через заграничную всякую деятельность к тому, к чему они пришли сегодня. Про общественную, он же стал потом уже... И это вольные люди здесь вообще ни при чем. И это тоже спецконтингент, только другого происхождения.
А Вагнер, который воевал в Бахмуте и завершил тем самым свою, так сказать, ну, по крайней мере, на данном этапе, экспозицию на этой самой специальной военной операции, состоял из двух частей. Из вот этого костяка, ну, плюс еще они набрали там добровольцев дополнительно. Этот процесс постоянный. И второго спецконтингента, гораздо большего. Где ты тут увидел вольных людей, я, честно говоря, не понимаю. Это и то, и другое специальные контингенты с разным происхождением. Будучи собраны вместе, они образовали вот эту машину. Добровольцы. Работала, кстати... И те, кто перешли из армии в компанию. Вот это люди с иной мотивацией. Совершенно иной. Ну, да. Ну, только воля здесь ни при чем совершенно. Вообще ни при чем. То есть, ну, это надо специально разбирать, тогда надо разбираться с волей, что ты понимаешь под волей. Но это ни при чем. Это эмпирически неадекватно, недостоверно. Вот же в чем дело. Это один спецконтингент, который родился по законам военных структур. Вот те, кто по той или иной причине не может работать в регулярной армии, и дрейфует там сначала в спецслужбы, а потом выясняется, что он в спецслужбах не может, да? Но они работают вот так вот за, так сказать, границей этой системы. Но все равно она к ней привязана, потому что они, эти специальные структуры, этими спецслужбами и созданы. И они являются их продолжением. Ну, это люди особого склада, да, безусловно. Но обобщать их до некоторого исторического процесса и некоторого слоя общественного, это неадекватно. Наоборот, это эти самые, это маргиналы. Это изгои в этом смысле. Единицы. Да, и вот их, для них эта сфера применения адекватна. А вот те, кто работал на специальной военной операции, значит, вот 80% численности там было уже из другого места. Из другого. Не из армии, не из спецслужб, а из мест лишения свободы. На 80% вот этот контингент состоял из них. И это уже другой Вагнер, не тот, который воевал в Сирии или в Африке. А трансформация происходила чрезвычайно быстро, в течение нескольких месяцев, в темпе развития событий на фронте. Ну, неудивительно, что все это оказалось неуправляемым. Я оказалось неуправляемым. Только с одной целью. Не для того, чтобы... Меня совершенно не заботит судьба Вагнера и что с ними там будет. Я это говорю для того, чтобы... Ну, как тебе сказать? Чтобы ты не делал из заведомо частного случая общий генерализованный вывод. Это такая распространенная логическая ошибка. И мне кажется, что именно в данном случае она имеет место. А я считаю, что это не это частный случай. Это ситуация, ну, я понимаю, что ты считаешь, что это не частный случай. Только оснований никаких нет для того, чтобы так считать. Ну как? Ну, Тимофей, а начали все создавать частные военные компании. А что у нас, вот эти все вооруженные подразделения на базе? Ты был, кстати, в Чеченской Республике? Ну вот попробуй там вина купить. И расскажи после этого, что это не особый правовой статус. Ну, слушай, у нас фактически, я вижу, что у нас фактически формируются разные правовые, ну, как Семен, бы, ситуации. На этом уровне. И силовые тоже. На этом неформальном уровне ничего не поменялось со времен Российской империи и Советского Союза. Я тебя уверяю, что в Советском Союзе и в Российской империи все было то же самое. Везде правильно. Есть свои обычаи, везде есть свой реальный социальный вот. Порядок. И правоприменение федерального закона всегда... Оно на то и правоприменение. Это, кстати, самая одна из больших таких таинственных областей права. Именно поэтому... По отношению к которой есть наименьшее, так сказать, количество философии права и теории права. Как осуществляется правоприменение. Ну, именно поэтому и с ними и поступили, как с казачеством, перевели, закрепили к другому князю. Ну, Тимофей, потому что ты недооцениваешь
количество людей, которые мотивированы были возникновением этого социального явления. Ну, вот за эти полгода. И в первую очередь среди политизированного меньшинства. Просто проясни тогда свое утверждение. Кто и чем был мотивирован, на что? Вот ты же называл их как это? Рассерженные патриоты, да? Да это конструкция политтехнологическая. Какие нахрен рассерженные патриоты? С известным происхождением. Тоже мне рассерженные патриоты. Слушай, она может быть и конструкция, но конструкция, а ты говоришь, с помощью этой конструкции сводят с ума то, что ты считаешь, это не сведение с ума. Это естественно, историческое явление, правда, из прошлого. И оно обладает, так сказать, ну, всей размерностью исторического процесса, естественного. И мне удивительно, что ты пытаешься, ну, я не понимаю, зачем, да, вот, что ты на что, как бы, каков тут... результат-то можно получить из такого рода мысли, приписать вот этим искусственным конструкциям, либо политтехнологическим, либо организационным, либо военно-техническим, статус чего-то естественно-исторического. Ну с чего вдруг? Ну, потому что это естественно-исторический процесс, когда из госбюджета сначала начинают кормить чувака, а потом чувак себе делает армию. И пока эта армия не посягает на личную власть, всех все устраивает. Тимофей, если это не феодализм, извини меня. Нет, это не феодализм, Семен. Вот ну, это, ладно, ну, хорошо. Я считаю, что вот это, как тебе сказать, если я огрубил этот анализ проводить, ну, надо тогда это все вводить. Что такое феодализм, что там происходило и так далее. Вот. Человек создал частную армию. И попытался ее полностью приватизировать. Полностью. Потому что частная военная компания это вовсе никакая не частная военная компания нигде. Нигде. Конечно. Потому что это прикрытие специальных операций соответствующего государства на чужих территориях. Вот. Но нигде частная военная компания из себя не лепит, что она отечественную войну выигрывает. Понимаешь? Она работает себе в Афганистане, в Ираке. А у нас это... Так у нас это произошло. Ну так и что? Ну либо трусы, либо крестик. Ну так это сводит с ума. А ты мне говоришь, украинцев также свели с ума. Ты говоришь, нет, это не сведение с ума. Я говорю, наши сводят с ума. Ты говоришь, нет, это не сведение с ума. Ну что, ну как? Я не это имею в виду. Кто-то, может быть, и сойдет с ума. Бог и Бог бы с ним. Только вот это сведение с ума не имеет отношения к делу. Ну, поехала крыша у Пригожина, и что? А также у ряда, так сказать, людей, которые решили, что он уже, так сказать, на вершине. Слава и успеха. Ну, так за... ну я исхожу из того, что ты у всех поедешь. Некоторое обобщение, которое не обосновываешь. Вот я о чем говорю. Пользуешься языком метафоры, а она недостаточна для того, чтобы что-то утверждать. Нет, хорошо, нет, я говорю про неофеодализм и неоказачество, если хочешь, можем вообще отдельно поговорить, ну, как бы это, ну, действительно, оно требует отдельного разбора, я это утверждаю не ради, не ради красного словца, а именно потому, что именно тенденции, которые были приглушены в ходе, и теперь в ходе, ну, спецоперации, ну, войны, которую мы еще пока не называем войной, оно начнет вылазить. Ну, хорошо бы, чтобы ты это как-то ввел и обосновал. И прежде всего бы объяснил, что ты имеешь в виду. Потому что в данном случае это просто выглядит как метафора. Вот есть эпизод, так сказать, эксцесс. Ну да, конечно, тот, кто был назначен прикрывать деятельность частной военной компании, в том смысле, в котором она и сама является прикрытием, вдруг решил, что это его частная компания, что это его капитал. Ну, это глупость, очевидно. И непонимание своего места в системе властных отношений. Человек получил политическую функцию, а использовал ее для бизнеса. Понятно? Вот нет. Человек получил бизнес-функцию и обманул систему. Нет, он получил политическую функцию. Он пришел и сказал, давайте я буду прикрывать деятельность этого инструмента и разыгрывать из себя крупного бизнесмена, который за свой счет все это делает. Ну давайте, сказали ему.
Это кадровое решение называется. В какой системе координат? В политической. Ты хочешь поработать прикрытием? Ну, работай. Да, ну а как при... в какой-то момент у этого человека рождается мысль, а может, с самого начала она была, что это его действительно капитал, его частная компания, которая работает как бизнес. Ну, нет, конечно, никакого бизнеса в этой сфере быть не может, его и не будет. Ну, то есть попытка рейдерского захвата директором номинала. Да нет, да неверно это. Вот так получается. Ну, вот как так можно пользоваться терминами? Ты же в результате дальше, ты уже никуда не продвинешься. Рейдерский захват – это когда один бизнес захватывает другой бизнес. А когда политическую функцию пытаются превратить в бизнес, это никакой-то к рейдерству не имеет никакого отношения. Вообще никакого. Нет, с бизнесом было все правильно в порядке. В нашей системе координат это заведомо обреченное на провал мероприятие. Потому что у нас нельзя приватизировать политические функции. Нельзя. Мы не в Англии и не в Голландии. Ну, в силу их отсутствия. У нас одна политическая функция. Политические функции есть. Чего это вдруг у них отсутствие-то произошло? Нет, у нас есть одна политическая функция, а все остальные разъяснители ее мудрых решений. Ну, я так вижу. Ну, это я не знаю. Это какое-то такое ругательство популистское. Ну, почему ругательство? Ну, что значит одна политическая функция? Что ты имеешь в виду? Поясни. Ну, пожалуйста. Ты же сам говоришь, у нас нету, как бы... политики, да, то есть когда иногда... У нас такого я не говорил, что у нас нет политики. Я сказал, что у нас нет официальной государственной пропаганды. То есть одной из нескольких десятков или сотен политических функций у нас нет. Ну, точнее, она, так сказать, на минимум поставлена, приглушена. А, ну, то есть у нас есть только то, что знают посвященные. Не понял, что ты имеешь в виду. Опять какое-то ругательство вместо мысли. Ну почему ругательство? Ну что значит знает? У нас много кто чего знает. Ну, как оказалось, что все молчат. И только Пригожину можно кричать. Я это просто сейчас экстраполирую наш разговор на вот ситуацию. Ну общество да, реально... Пригожину нельзя было кричать, а он кричал. Если бы ему можно было кричать, и он бы кричал, то ситуация была бы просто совершенно другой. Ну ты же как бы пользуешься этими, ну как, логическими терминами. Ты же пользуешься можно и нельзя ими. Ну можно, модальными, да. Модальными определениями. Вот если бы ему можно было кричать, и он бы кричал, то была бы совершенно другая ситуация. А он кричал в условиях, когда кричать нельзя. Но он кричал некоторое время, да. Но это во всех политических общественных системах такое время есть. А мне кажется, другая ситуация. Ему сказали, кричи, отвлекай внимание, что-то у нас плохо кричат. Он начал кричать. У меня такого представления нет, я не знаю, откуда ты это берешь. Из чего? Ну, я тебе скажу, из чего, потому что его вывели на... А я тебе объясню, Тимофей, смотри, я тебе объясню просто, когда его вывели именно в публичную функцию. После Харькова и Херсона. Это мы с тобой сейчас рассуждаем, ну, как бы, и вообще, да, вот, состояние нашего общества. А вспомни, что было в сентябре после перегруппировок, да? И Пригожина выводили как контрсериал Зеленскому. Ну, вот я так это оцениваю. И как он на себе сфокусировал, и он гнал перемогу для нашего общества. И история вся с Бахмутом, и история вся с ЧВК «Вагнер». Она была... Почему? Я утверждаю следующее. Потому что наши кто там, администраторы, не администраторы, они сами решили наше общество тоже покатать на этих качелях когнитивной войны. Они решили так же, как давайте, как Украина, тоже допингов собачьим. Вам нужен допинг, давайте мы вам дадим ЧВК «Вагнер». Вам нужны какие-то типа герои, вам нужна хуцпы, не хотите смотреть хуцпы Зеленского, будете смотреть эту хуцпу. И вот таким образом, вот это была типа большая политтехнология, которая в результате... Только она небольшая, а маленькая. Только она небольшая, а маленькая. Это ну, так партия. Могло быть. Или не могло. Вот смотри, Семен, для меня что важно? Это так могло быть или не могло быть? Но это совершенно не важно в данном случае. Потому что у тебя есть история всего процесса до настоящего момента, как он развивался. Да, конечно. Ну, правильно.
Наверное, ему дали возможность начать орать. Может быть, дали подачу. А может быть, не давали. Я не знаю этого. Я там свечку не держал, не стоял. Ну, даже если дали. Даже если его вызвали и дали ему такое задание. Даже если это так было. Ну, ты что хочешь? Произвести дисквалификацию тех, кто это сделал? Нет. Видишь в этом свою цель и задачу? А зачем? Нет. Нет. Их жизнь сама научит строго, как пел Владимир Высоцкий, понимаешь? Рано или поздно. Потому что все заплатят за то, что они сделали. Нет, я ну, хочу, чтобы... Ну а дальше он пошел за пределы этого. Вот даже в твоем описании, вот техническом, да, вот так сказать, подробном таком, он-то пошел дальше, много дальше. Ну закончилась харьковская история, перегруппировка закончилась. Истерика закончилась, неизбежная, связанная с этим. Потому что, ну, ты знаешь, как прекращается истерика, да? Значит, человек или устает, или его бьют по щекам, и он тогда все равно прекращает истерить. Ну, это один индивид, если. Ну, целое общество по щекам не отхлещешь, наверное. Вот. Но истерика все равно заканчивается. Это все эпифеномены, не имеющие отношения к сути дела. Будет истерика или ее не будет, это ни на что не влияет, ровно счет. Но в любом случае этот этап закончился, а он-то пошел дальше. И вот этого уже было нельзя. И дальше началась другая история. Как система реагирует на то, чего нельзя. А любая общественная система допускает то, что нельзя, понимаешь? Но это еще Гюргейм обсуждал, что система правоохранительная не может существовать без криминального мира. Да? Но если не будет криминального мира, не будет и правоохранительной системы. Так что если тут искать, как говорится, предательство, то оно на уровне онтологии находится, социальной. Поэтому любая общественно-политическая система сначала смотрит на то, как нарушаются ее нормы. Неважно, писанные, неписанные, явные, неявные. Ну, как они нарушаются? Куда это пройдет дальше? А потом реагируют. Можно обсуждать, быстро она отреагировала, не быстро. Она должна была быстро отреагировать. Или наоборот, она и должна была посмотреть и медленно отреагировать. Это все, так сказать, пространство для домыслов теоретически. У нас для того, чтобы критиковать этот и теоретизировать на этот счет, у нас не хватает пока материал. Не можем этого сказать. Но одно мы можем сказать точно, что этого уже было делать нельзя. А он делал. И он уже в этот момент начал подрывать свое собственное будущее, собственные перспективы. И, кстати, между прочим, даже если он хотел превратить это, ну, как сказать, в бизнес, вот эту военную деятельность, в бизнес, ну, как бы в большей степени, чем это было в начале, чем это первоначально предполагалось, то именно для этой перспективы он закрыл дорогу в будущее, ну, так сказать, своими же собственными руками. Ну, как-то так. Да? Но никто не собирался давать ему это в качестве бизнеса. Ему дали политическую функцию. Ему в этом смысле оказали доверие другого уровня. И он его не оправдал. Этого доверия. Ну, приблизительно как Шура Балаганов в известном финале известного произведения, да? Ну, вот это... Его включили в более высокий слой принятия решений, где другие основания у решения. А он продолжил действовать так, как ему было привычно. Принято. Ох, какой у нас сегодня затянулось, потому что все-таки непонятное, да, бывает. Ну что ж, Тимофей Николаевич, я все-таки, так сказать, пошел дальше думать насчет отмены, ну вот главный тезис насчет того, что это отмененное решение, потому что
Ну вот отмененность его, она требует изучения, потому что мне кажется, что там есть все-таки еще фактор все-таки неких договоренностей. Вот. Но мы посмотрим, потому что развернется в реальности в Белоруссии, то есть будет ли. Неоказачество все-таки оно присядет где-то, какой-то круг у него появится, собственно, его приземлят где-то или не приземлят? Вот я тебя умоляю. Вот, ну, если ты хочешь эту концепцию обсудить, давай мы ее обсудим специально. Вот. Давай обсудим специально. Речь идет о попытке создать бизнес-структуру. В той сфере, где бизнес на самом деле является только формой и имитацией, прикрытием. Я не думаю, что это удастся сделать в Беларуси или еще где-либо. Да, она будет действовать за границей прекрасно, как им сечь нужна. Понимаешь, вот вы не понимаете, что вот как бы да казачество нет. Это настолько сложное и многоструктурное явление. Ну, ты, казачество, оно было не наверное. Одно... Подожди, Семен, я про казачество ничего не хочу сказать, ни хорошего, ни плохого. Казачество, наверное. Мне кажется, что про казачество все хорошо сказал Игорь Растеряев. Своей одной единственной песни, но там еще плюс несколько. Вот. Иногда художник говорит больше, чем, так сказать, 10 философов могут сказать. Там все ну, сказано. Как? Про Ермака, вот эта его песня. Вот. И про то, что случилось с казачеством. Что его давно нет и не будет никогда. Это, как, ну как сказать, художник имеет право на безапелляционные утверждения, но платить он за это должен другой монетой, нежели за это платят, так сказать, рассуждающие. Вот. Поэтому я ничего не имею ни за, ни против казачества. Давай его обсудим. Но и это конкретное событие к нему не имеет отношения. Понимаешь, в чем дело? Ну, ни при чем оно здесь. Так же, как производство этих самых транзисторов на Тайване. Не событие. Это ситуация ad-hoc. Специализированная военная деятельность, требующая прикрытия. Причем здесь казачество? Ну, давай просто сейчас не будем, потому что мы на второй круг уходить. Хочешь, давай это обсудим отдельно. Да, давай отдельно. Ну, мы должны продолжить по нашей теме. Мы еще тему, в общем-то, рабства, да, у нас висит. Висит. И в рамках кризиса и обсуждения постукраины, я как раз тоже Аристотеля поднимаю. И «Войну и мир» я ту часть как бы обновил в памяти. Поэтому посмотрим. Как раз, ну, да, отлично. Надо возвращаться нам, так сказать. Спасибо, Тимофей Николаевич. Вам очень спасибо. Сегодня продуктивно. Есть о чем подумать. Спасибо большое. Давай, пока. До новых встреч. Уважаемые друзья, это был «Философский субботник». Сегодня у нас горячо затянулся. Оставайтесь с нами. До новых встреч. Пока.